Вот хотел в этом видео показать поближе голубей. Линоканциков. У них линька пошла. У меня белая голубка есть. Эдгар мне подарил. Вот как лохмы растут. Столят. Всем привет, кстати, от моих голубей, которые только в небе. Уже просите показывать, что у меня получается в голубятне внутри самой. Давайте покажу. Этот отсек, как вы знаете, у меня чисто вон птенцы и так далее. Птенцы. Вот. Это у меня все из этого маточника яйца сюда подложил. Все в один день практически вывели. Все нормально тут. Это у нас третий или четвертый уже получается поколение. Вот это гонная. Вот эти, которые, помните, зимние были у меня. Они споровались, короче. Дали яйца нам, но я поменял опять же яйца. Птенцы в последнем отсеке. Яйца вон. Вот тоже птенцы. Ну, здесь мало птенцов, они уже спустились, вон они. Вот. Вот они. Красавцы. Ну, здесь против солнца плохо видно. Вон еще одна вверху. Тоже, кстати, надо поймать бы. Вот продолжение, короче, поймал птенчика. Маленький такой. Вон он. Вот он. Какой красивенький, красный. Но он почему-то в этом отсеке должен быть. О, как раз к себе пошел. Уже взрослый, папа выгоняет. И здесь тоже, короче, друзья, вот птенцы растут. Кстати, какой красивый. Вышел линоканчик. Люблю, который спит на голуби. Они отличаются, и я как гонщик голубей это ценю, потому что не красить не надо ничего, а я их отличаю уже. Вот, короче, у меня такие новости, друзья. Вот эти, у этих яйца в другом отсеке, они уже, один из них вылупился. В этом году вот только с этих, блин, плохо получаю птенцов. Практически не получаю, так сказать. Пустые яйца почему-то. Ладно, мы идем гонять, короче. Вот, до 8 минут сейчас добью видеоролик. И вот так пока, новостей нету. Друзья, вот хотел в этом видео показать поближе голубей. Линоканциков. У них линька пошла. Это из второго выводка. Вот. Так, не знаю. Будет видно хорошо, нет? Вот в руки редко беру. Из-за этого, видите, не хочет здесь у меня сидеть спокойно. Вот такой глаз. Вот. Крыло. Это, скорее всего, голубь. Я его себе оставлю.
Это у меня белая голубка есть. Эдгар мне подарил. С зеленым крылом крашеным. Здесь вкрашенная. И с красным самцом молодым. Тоже молодая голубка, но почему молодым называю? Потому что у нас здесь старик красный. Вот с этой линии. И сейчас я буду вот этого гонять. И сейчас еще покажу. Вот. Я хочу показать. Вот как лохмы растут у этого. Вот. Это уже у меня сейчас третий выводок вывелся с этих. Вот это второй. Первые они уже в небе себе показывают хорошо. Это старшее поколение. Сестра, вот которая одна летала, бой показывал. Кто не видел видеоролик, можете посмотреть. Вот, которую, говорю, уже 2 месяца гоняю. И вот с таким пятном. И в небе я отличаю я их. Когда кувыркаются при спуске, я уже замечаю. Вот. Ну, сейчас вот это полетит. И еще сестру покажу. Совсем другие голуби. Так, друзья, мы тут. Ну, тот у меня, та у меня, короче, в теплице. Я этот не стал ловить, потому что, ну, трудно ловить в теплице. Вот. Ладно, показываю другого. Вот. Голубя линоканца, который по долголету хорошо летает, и поздним боем вот только-только начинает этот на хвост садиться спустя 2 месяца. Вот, ну как на хвост, уже играет, можно сказать. Вот тоже надежды есть хорошие на этом голубе, потому что он, ну, сильный сам по себе. Вот хвост, видите, как он такой, крыло такое у него. Со всех сторон покажу, потому что некоторые люди хотят посмотреть и поближе. Вот этот красавчик идет. И вот это пошло. Все, опозорились на всю страну, друзья. А знаете, почему они не полетели? Потому что я их пока снимал. Их поставил в такую емкость, где жарко, короче. И они даже не полетели. Представляете?